Бытие, глава 21. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына?» Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму очень неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плеча и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого стада, из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «7 агнец этих возьми от руки моей,
чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он это место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех, и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие».